Прекрасное сооружение, величественное и красивое. Футбол на Уэмбли – это больше, чем футбол. А сопровождаться он будет комментариями Константина Генича и Георгия Черданцева. Мы начинаем. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Находит эта передача адресата. Опасно может быть. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну кто так играет? Вот если бы этот пас прошел, было бы очень опасно. Пирло. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Это может быть опасно. Нужно забивать и выходить вперед. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. 1-0. Сейчас будет веселее. Пирло. Тут может что-то получиться. Судья назначает штрафной. Карточка вряд ли у нас. Пирло. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Росси. И свисток останавливает игру, офсайд фиксирует линейный арбитр. Пирло. Реми. Пирло. Посмотрим за этой атакой. Можно продолжать. Нужно бить поворотом. Месси. Гол. Сравнивают они счет. Какой у нас матч богатый на события получается. Да, самое начало матча, а голы уже посыпались. И это дает надежду, что дальше будет еще интереснее. Какое-то невнятное действие в обороне. И вот, пожалуйста, как результат, гол. Да, защитники оказались совершенно не готовы к такому молниеносному выпаду. Ударище просто. Вратарь намертво забирает мяч. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Игра остановлена из-за нарушения. И тут ситуация вполне на предупреждение. Реми. Все верно, края надо чаще задействовать. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Мяч выбит, угроза миновала. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Пирло. Отлично сыграно, надо решать. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. Здорово сыграно. Попал Статополос. Реми.
Влад. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И вперед он идет. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Сыграл бесхитростно, но надежно. За боковую вынес. Росси. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Реми. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Ушел мяч. Аут. Влад. И буквально подарил мяч сопернику. Росси. Подача. Чей мяч будет? Это по воробьям куда-то. Да, не удалось ему пробить прицельно. Мяч от головы просто отскочил куда-то непонятно. Джагел. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Нет, не дошел этот пас до адреса. Пересек мяч боковую линию. Пирло. Это может быть опасная атака. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Ну и как такому противостоять? Пирло. Тут защита справляется с потерей мяча. Папастатополос. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Джерард. Месси. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Посмотрим за этой атакой. Поторопился уйти в отрыв футболист вне игры. Не знаю, как линейному арбитру удалось зафиксировать офсайд, но ведь он оказался прав. Хороший пас. Что дальше? Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Аут. Не самая удачная игра головой. Опять мяч за пределами поля. Пирло. Джерард. Какой-то, знаете, между собойчик. Пирло. Может получиться интересная атака. Опасно! Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар.
Мимо бьет игру. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. В таких нерасторопных действиях гостей болельщики хозяев видят злой умысел и требуют от судьи принять меры. Если гости и дальше так будут оборонять ничью, судья вполне может усмотреть в этом задержку времени. Видит партнер и мягонько головой скидывает ему мяч. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. В этой атаке оборону пройти не удалось. Джерард. Снова точный пас в его исполнении. Попал Статополос. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Янич. Росси. Это может быть опасно. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Росси. И как пробил. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Реми. Это может быть опасно. Пас на ход партнеру. Ну, надо реализовывать такие моменты. Как он лишился мяча сейчас? Ну, просто уму непостижим. Прошел пас, можно обострять. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Ушел мяч. Аут. Пирло. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Защитник справился с задачей, мяч выбит. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Отлично сыграно, надо решать. Проходит передача, что он придумает? Забивают они! И теперь, конечно, преимущество на их стороне. Конечно, с такой дистанции удар в нижний угол очень опасен для вратаря. Атака просто великолепно сыграла в этом моменте. Счет 2-1. Пирло. Атака продолжится через фланг. Немного поторопился он вне игры. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Пирло. Тут может что-то получиться. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Джагелка. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Месси. Янич. Вот это да, вот это прием. Посмотрим за этой атакой. Заброс вперед. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Штрафную подачу, есть там кому сыграть. Забирает мяч Галки. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях, непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал, поэтому эмоции и бьют через край.
Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Реми. 9 минут играть в основном времени этого матча. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Росси. Влад. Защита надежно играет. Мяч отобран. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Янич. Такой матч просто обязан держать напряжение до последних минут. Может получиться интересная атака. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Момент для удара. О-хо-хо! Мяч в воротах! Счет равный. Сколько там осталось играть? Минута. Ну вот же оно, есть счастье в этой жизни, есть в этом мире место чудесам. Да, защитники, похоже, уже слишком уверовали в победу, и расплата не заставила себя долго ждать. Невероятную игру мы с вами сегодня смотрим, счет у нас снова равный. Папастатопулос. Очень перспективная атака, и какая важная, если они забьют, то наверняка победят сегодня. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? 90 минут истекли. Счет раз. Команда уже в игре, и арбитр дает свисток к началу первого дополнительного тайма. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Джагел. Тут можно и попроще сыграть. Выигрывает борьбу защитника.